Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5. Алло! Оу, брат О'Нил! Да пошел ты! Тише, тише! Это ведь ты воруешь чужие контакты. Ты сжег ферму, ты убил моих братьев. У тебя слишком много братьев, пришлось немного придить. Ты умрешь, козел! Да ладно, мы все живем и умираем. Такое проклятие рода человеческого. Впрочем, если хочешь разобраться, то приезжай, без проблем. Лос-Сантос Веспуччи, до встречи, козел деревенский. Я приеду, не знаю когда, но точно приеду. Короче, мы готовимся к новому ограблению, которому нас приказал этот. Короче говоря, мы начинаем сегодня готовиться к другому ограблению. Будем грабить инкассаторов. Это была идея Стива Хейнса. Нам нужно украсть эвакуатор, мусоровоз и также машину для отхода раздобыть. Для этого мы будем ездить по городу и разыскивать Хаммер. Открой дверь. О, Кадиллак Эскалейд. Можно взять его. Надеюсь, он подойдет. Но это не Кадиллак Эскалейд, это копия его. Так, выезжаем за город. Я уже успел побить машину немного, к сожалению. И оставим машину для отхода вот здесь, на этой полянке. Помечаем координаты автомобиля. Нет. Машина для отхода готова и ждет. Отлично, Ти. Где ты ее поставил? Грейт Чепрал. Да. Задание выполнено. Отлично. Вызываем такси и... А зачем такси? Переключаемся на Франклина и ищем что-нибудь. Будем искать что-то. Пометим сейчас на координатах. О, он сразу в машине, все очень удобно. Поедем на эту дорогу. Ага, приехали. А, пушку купить надо. Вот зачем четвертый. Три комбинезона надо купить. Вот оно в чем дело. Так. Что бы нам купить? Для Франклина надо что-то зелененькое. Сойдет. Вот это. Для Майкла. Этот сойдет. Для Тревора. Для Тревора вот этот. Прекрасно. Комбинезоны купили. Теперь приступаем к чему-нибудь еще. Где-то на около пляжа должны быть маски. А, они не появятся, пока я не выйду. Спецовки. Дальше, дальше что у нас? Вот здесь... У нас находятся маски. Поехали покупать маски. Ой, не лагай только, пожалуйста. Поехали за масками. Hey,
Всем привет, мы раздобыли комбинезоны. В общем, зачем нам разворачиваться, если можно прямо сюда заехать? Сшибить те ограды и купить маски. Маска для Франклина. Какую бы нам выбрать для Франклина? Свинка. О, да, подойдет. Череп. Для Майкла. Для Майкла. Красная пусть будет. А для Тревора такая пусть будет. Почему бы не? А теперь поехали. Добудем либо эвакуатор, либо мусоровоз. Это мы сделаем. Алло. А, связаться надо. Я позаботился о масках, не беспокойтесь о них. Эти транспортные средства мы добудем с помощью Майкла. О, черт. Так, нет. Синий давай надень пиджак. Ой. Вот этот. Брюки. Вот такие. Мне этот нравится больше. И едем за мусоровозом и эвакуатором. Затем приступаем к ограблению. Нет, на красном фургоне не поеду сегодня. Я не хочу его пока терять. Просто поедем на обычной машине. Я так и не понял, чья это машина. Вроде бы это... Не знаю. Запасная тачка Майкла, блин. Джимми. Предательски забрал нашу тачку же. А, он прямо на нашу сторону едет. Перекрываем дорогу. Вот он. Надо перекрыть ему дорогу и похитить мусоровоз быстро. Я возьму-ка и подстрелю сразу этих бедолаг. Чтобы он не вызвал копов. Так, хватаем мусоровоз. Зачем так долго разворачиваться, если можно быстро? То просто, если бы я бы просто бы взял бы и похитил, они бы копов бы вызвали. Лучше их взять и убить. Ну их нафиг. Сколько нам ехать? Да, в принципе, не так уж и далеко, доедем. Но, разумеется, мне это все придется обрезать. Так, приехали. Вот то место, где было наше собрание с этими ФРБ-вцами. Мусоровоз готов. Согласно заданию. Осталось только украсть эвакуатор, и можно приступать к ограблению. Мусоровоз на участке. Так, а я могу выстрелить в эту фигню? Бронебойный пистолет. Бронебойный пистолет — это то, что мне нужно. О, бежим! О, блин. Та же машина, что и для отхода. Так, теперь гонимся за эвакуатором. Он не так уж и далеко отсюда. Так, лучше никого не убивать.
просто берем и садимся в машину. О, ну и дымище. Что за... Заводи машину. Да. Полицейские. Только не это. Так. Ой, блин. Ставим эвакуатор. И можно... И можно приступать к ограблению. Я покинул сектор уже давно. Давай, все. Эвакуатор. Ну что, едем обратно и приступаем к ограблению. Вы готовы сделать? Да, у нас есть все, что нужно. Ладно, тогда приступайте. Когда возьмете груз, отвезите его Дэвину Уэстону. Он был с нами в комнате внутренних досознаний. Он крупный инвестор. Я буду вести себя так, как надо. Итак. Прекрасно. Начинаем. Я, конечно, обрежу всю эту подготовку. Не буду я показывать вам, как я ездю по городу. Томить вас не буду. Блиц-игра называется наше ограбление. Привет. А где Ти? Он здесь. Значит, работаем? Мы снова рискуем жизнью, чтобы ограбить каких-то убийц из правительства. Да. Так, ладно. Привет. Слушайте, короче, план такой. Так, Тревор, ты должен дежурить здесь. Когда бронемобиль подъедет, подай сигнал. Я буду здесь. В мусоровозе, который заблокирует дорогу. Франклин, ты в переулке на эвакуаторе. Надеюсь, они остановятся прямо перед тобой. Если это произойдет, ты врежешь им как следует. Будем надеяться. А после этого подрываем дверь, хватаем наличку, облигации и везем все Хейнсу. Как ты это все смотришь? Но не против, лишь бы самому оказаться под обстрелом. Если что-то начнется, ты останешься здесь. Гляди Вова, понятно? Рисковать будем мы. Так, нормально? Ну, ты тут профессионал. Хорошо, хоть не в клоунских костюмах. Уже плюс. Точно, маски. Что? Посмотрим, что у нас здесь. Настоящий профессионал. Оу, вот это да. Ну все, понеслась. Поехали, вперед. Доберитесь до Cypress Flats. Это далеко? Нет, это вообще недалеко. Закат. Не люблю грабежи, которые проходят ночью. Но, надеюсь, мне ночь не помешает совершить это ограбление. Так, перегородим с помощью мусоровоза дорогу нашим инкассатором, когда он приедет. Ну же, ну я подъехал. Так, я прибыл. Сколько там времени осталось? Ну-ка посмотрим. Ага, вот они, вижу цель. Она прибудет тебе в любой момент. Так, Майк, давай.
давай, дави на газ. Перегради обе полосы. Сейчас заблокируем дорогу. Не дадим проехать этому. Сделано. Так, я остановился. Фрэнк, приготовься. Санитарные службы здесь не должны стоять. Иду на таран. Полный газ, полный газ. Ух, жесть. Бомбы-липучки вперед. У меня всего 5 штук. Отходи от двери. Всем выйти, лечь на пол. И так далее. О, я оглох. Так, вычисти фургон, я займусь охраной. Сигнализация, кажется, сработала. Сейчас копы нагрянут. Давай, я готов. Сколько сирен? Кнопка у них есть точно. Сюда едут копы, их довольно много. Франклин, ты прячешься за теми барьерами, а я буду наверху. Блин, мы не выберемся отсюда. Займем оборону, если увидим брешь, тогда и рванем. Сейчас поре крови прольется. Оу, блин, они метко стреляют. Я попал в голову ему вроде бы. У нас есть еще бомбы-липучки. Надеюсь, они нам пригодятся. Огонь! Второй огонь! Ого, вот это мощная пушка. Вау, это Тревор стреляет. Ой-ой-ой, пока он меня не убил, быстро-быстро. Назад, назад. Из этой штуки можно хорошо стрелять. Блин, мягко говоря, многовато их, я вам хочу сказать. 4 звезды, ё-моё. Блин, с этой стороны и с этой стороны есть охранники, это не очень приятно. Ой, блин, больно. Вот хрень, а. Блин, блин. Не дай им с места сдвинуться. Да подожди ты. Блин, меня стреляют, а я их не вижу. Ну, может быть, вы видите, может, я их не вижу. На Франклина давай. Впереди еще копы. Блин. Майкла положение. Ой, блин, это же Франклин.
Блин, Майклу бы здоровье восстановить немного. Держись. Присиди обстрел. Держитесь. Жопа, 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 жопа. Надо уничтожить снайперов. Только надо бы их разглядеть, а ночью это делать довольно тяжело. Но все же одного, по крайней мере, я вижу. И второго тоже вижу. На. Есть еще. Я абсолютно уверен, что есть еще и, наверное, даже на этой крыше. Вот он, вот он, вот он, еще один. Так, в лепешку, в лепешку, в лепешку, в лепешку. Так. Где еще? Нужно переждать. Где, где еще спецназ? Вот он. Стрелков вроде бы не осталось на крыше. Ну уже стреляй! Из этой штуки точно надо стрелять. Блин. Блин, надо стрелять их быстрее, пока они меня сами не убили. Вертолет сверху. Не перезаряжай так долго, давай быстрее. Пилот от пилота. Ну же, быстрее. Отличный выстрел. Надо защитить Франклина. Так, это шанс выбраться отсюда. Бежим отсюда. Едем к координатам отхода. Это далеко? Ну уже, мини-карты грузить быстрее. О, это далеко, это я точно вырежу. Еще и лагает. Ладно, друзья, это я обрежу. Так, надо отогнать машину в сторону, чтобы она не загорелась. Затем, ну, бросаем бомбу-липучку в двигатель, ближе к радиатору, и взрываем. Ой, меня подтолкнуло аж сюда. Надо уезжать отсюда побыстрее и... Уезжать отсюда побыстрее, пока трава там не разгорелась. Все в порядке? Да, с мусоровозом я разобрался. У тебя все нормально? Отлично, я как раз собираюсь встретиться с этим парнем. Буду держать тебя в курсе. Доберитесь до дома Дэвина Уэстона.
Доберемся. Надеюсь, он недалеко. Ну, а он нисколечко недалеко. Главное на такой скорости не вылететь за пределы. А вот и дом Дэвина Уэстона. У меня посылка для Дэвина Уэстона. Посылка для мистера Уэстона? Заходи. Да, я тебе говорю, что мне плевать. Вот так, вот так. Бум! Пока-пока, козел. Дэвин Уэстон. А я тебя помню. Детектив на полставки. Выкладывай деньги с умом. Эй, постой, постой, подожди. Это еще не все, у меня для тебя есть одно дело. 5 супер тачек. Дорогущих тачек. Жирный куш, человек мой. Знаю, кому это можно поручить. Не-не-не, мне нужен не какой-то человек. Мне нужен именно ты и твоя команда. А мне плевать, что тебе вообще нужно. Я сообщу ему. А, знаешь, насчет тебя тут ты просчитал. А что тут просчитывать, скажи? Тебе футбол нравится? У меня есть доля в одном спортивном проекте. Рынок. Только скажи. Я могу сидеть на диване и смотреть старые фильмы. Ну вот. Хочешь, я сведу тебя с Соломоном Ричардсом? Гонишь. С Соломоном Ричардсом? Кинопродюсером? Он решил отойти от дела, я собираюсь финансировать его студию. Я свяжусь с ним, как только ты... Ладно, я понял. Надо же, Соломон Ричардс. Не могу поверить. Счастливо, пацаны. Блиц-игра выполнена. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое мы совершили ограбление инкассаторского фургона. Hey, what up, Michael? Что, hey, Майкл? Привет, чувак, у меня для тебя перспективное предложение. Один мой знакомый Дэйва, знакомый агент ФРБ, ты что, шутишь? Спокуха, этот парень работает сам на себя. Набит баблом под заявку, может сорвать большой куш. Может, встретишься с ним? Ладно, поглядим. Мы с Тревором тоже участвуем. Я серьезно, это хороший шанс заработать бабла. Такое встречается очень редко. Что ж, мы совершили грабеж инкассаторского фургона. С деньгами, которые, правда, достались только... Нам не достались. Ну, может быть, нам чуть-чуть досталось, я, честно говоря, проглядел. Но в основном больше всего досталось ФРБ. Ну что ж... На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.